Вязаный фестиваль переезжает в другой регион. Одной из причин смены дислокации стало тривиальное отсутствие средств. Два предыдущих года львиная доля расходов на проведение мероприятия ложилась на плечи организаторов и спонсоров. В этом году активисты обратились в администрацию областного центра с просьбой посодействовать в проведении международного рукодельного фестиваля, но поддержки не получили. Власти города Богородицк Тульской области проявили большую гражданскую активность, обещали помочь с организацией и уже выделили деньги на закупку ниток для создания вязаных инсталляций. В этом году фестиваль запланирован на 10 июня. Ожидается больше сотни участников. «Вяжем вместе» расширяет географию, и это бесспорно плюс, считают мастерицы. А расстраиваться должны прежде всего ивановские власти, которые не рассматривают фестиваль как экономически выгодное вложение. Этот фестиваль, он очень востребованный, его очень ура воспринимают вообще везде. И, конечно, это был очень, ну, как бы наш фестиваль помог бы нам, нашей Ивановской области, привлечь туристов. Вот. Но, к сожалению, пока администрация Ивановская не заинтересована